Слышал! Рад, что вы вернулись. Хватит с меня одного пропавшего без вести. Заставили вы нас поволноваться. Что там?
Я прикрою! Черт! Я так! Там везде бои. Постарайтесь не лезть под пули.
мамы кошки пропал отряд Дельты в том самом информационном центре. Интересно то, что об операции нам не сказали ни слова. И теперь они хотят, чтобы мы их нашли. Придется оказать любезность. Найдем и спасем. Ясно. Не расслабляйтесь, идите в информационный центр. Thank you.
Внимание! Граната! Похоже, Армахем скрывает что-то серьезное. И мы попали между молотом и наковальней.
девочка беспокоится насчет своих котят. Нужно действовать быстрее. Помните, встречаемся у служебного входа. Вовремя, сержант. Рад видеть, что вы целы и невредимы. Хорошая работа, сержант. Клоны там есть? Клонов поблизости не замечено. Продолжаем крайне осторожно. Мы все еще не знаем, с чем столкнулись. Все данные немедленно передавайте мне. Понял. Сержант, держитесь ближе. Способны? Для них это не характерно. Другие отряды сообщают о чем-нибудь подобном? Нет. Похоже, это нечто совершенно необычное. Да, похоже. Что вы об этом думаете, Чен? Посмотрим, что тут у нас. Пулевые ранения, рваные раны, следы ударов тупым предметом.
Я бы сказал, поработали на совесть. У нас тут несколько паршивых ублюдков. Надеюсь, мы с ними разберемся. Будьте крайне осторожны. Мы все еще не знаем, что нас там ждет. Осторожнее. Чудесно! Какие-то отморозки заперли ворота. Теперь из здания невозможно выйти. Сержант, найдите способ открыть двери и включить свет. В здании бойцы Дельты. Они на 4-м этаже в помещении охраны. Немедленно поднимитесь к ним. Ага, немедленно поднимитесь. Тут все к черту перекрыто. Чен, разговорчики. Просто мысли вслух. Тогда открывайте ворота. Мы не знаем, сколько у них времени. Прекрасно, сержант. 3-й этаж открыт. Сообщите Дельте, мы поднимаемся.
Сержант, мы под обстрелом! Видимо, эти ублюдки и прикончили гражданских. Это Дельта, группа С. Вы слышите? Слышит меня кто-нибудь? Да, слышу вас. Доложите обстановку. Мы на третьем этаже. Нас оттеснили в комнату охраны. Не знаю, сколько мы продержимся. Понял. Быстрее. Ребята из Дельты сами не выберутся. Thank you.
Меня.
кто эти парни? Эти парни явно не клоны, но и к Армахему отношения не имеют. Похожи на наемников. Я хочу знать, кто их нанял и зачем. Выясните это.
одно новое сообщение. Это Грег. Скотт Расмуссен не отвечает ни по рабочему, ни по сотовому. У вас вообще кто-нибудь есть? Сообщений больше нет. Я тут нашел план здания. Главный компьютер находится в центральном зале. Идите туда. Доставить материалы по проекту «Источник». Персея, Икара и синхронизация это тоже касается. Тут что-то назревает. Сообщений больше нет. Это уже не первое упоминание синхронизации. Она как-то связана с Персеем и Феталом. Цель в этом районе. Будьте начеку. Возможно, их там двое или трое. Быстрее! Они собираются уничтожить все данные.
Быстрее! Они собираются уничтожить все данные. Почему я до сих пор ничего не получил? В чем проблема? Сообщений больше нет. Обнаружен отряд Дельта. Повторяю, обнаружен отряд Дельта. Где ты там застрял, черт возьми? Если бы не тот пулемет, мы бы погибли. Ха, да тут прям как у меня дома. Чен, эти штуки должны заработать. Уже занимаюсь, капитан. Доложите обстановку. Это все, что осталось. Не знаю, кто эти парни, но драться они умеют. Появились непонятно откуда, положили почти всю мою группу. И вы трое думаете с ними справиться? Обычное дело. Кто-нибудь знает, что им тут нужно? Понятия не имею. Нам придется прочесать все здание. Если не возражаете, сперва я хотел бы вытащить своих. Как проходит эвакуация? Блэкхок уже в пути. Должно получиться. Черт, только посмотрите. Скверно. Подождите, что это? Вы видите на главный монитор? Отдай мне коды шифрования и покончим с этим. Я не могу. Я просто не могу. Точнее, не хочешь, мистер Бристоль. Ты разрабатывал Персея для Харлана. И я точно знаю, что коды шифрования у тебя есть. Нет, я ни при чем, правда. У меня нет кодов. Код шифрования, мистер Бристоль. Код, код, код. Я недостаточно понятно выражаюсь, м? Все равно не понимаю, о чем вы говорите. С твоей помощью или без нее, но синхронизация достанется нам. Облегчи себе жизнь. Отдай коды. Синхронизация — это процесс, она не может достаться.
Вы хотите повторить процесс? Тогда вам нужна она. Но ее вы не найдете. Надеюсь, что не найдете. Мы сами расшифруем данные. За нами наблюдают. Убейте всех в этом здании. Это был какой-то злобный ублюдок. Этих людей нужно вывести отсюда и как можно скорее. Сержант, прикрывайте нас, пока мы займемся ранеными. Ну что ты психуешь? Давай за пулемет! Отряд, отходим! Есть. Найди его.
Компьютер должен быть недалеко от центра. Пошли. Мне понадобится доступ к их главному компьютеру. С него можно отследить весь трафик за последние несколько часов. Возможно, мы поймем, чего они хотят. Все данные немедленно передавайте мне. Второй отряд подтверждает, что целью проекта «Персей» было создание командиров-телепатов для управления клонами. Но, похоже, единственным таким командиром был Пакстон Феттл. Вот на что идут ваши налоги, джентльмены. Похоже, Феттл был создан в рамках проекта «Источник». А через несколько лет проект закрыли. Видимо, что-то пошло не так. Это снова Грег. Какого черта вы не отвечаете? Мне что, самому к вам зайти?
Я под обстрелом. Ты его видишь?
В здании ребенок без сопровождения взрослых. Девочка примерно 8 лет. В красном платье. О чем вы говорите? Она... Она только что была здесь. Лейтенант, не расслабляйтесь. Граната!
Пошли, компьютер. Впереди. Ложись. Граната. Ложись. Нашли компьютер. Вперед! Уходим. Укрытие. Кто-нибудь его видит? Все рванет. Он сдох.
Отлично. Дельту мы вывели. Чан и Райнс возвращаются назад. Отлично. Начинаю прием данных. Хорошо. Возвращайтесь в вестибюль и ждите эвакуации. Выступаем. Вперед. Граната, ложи! Да я. Кто-нибудь его видит? Граната! Итак, они раздобыли данные, которые искали, но не успели замести следы. И мы можем передохнуть. Тем более, что данные зашифрованы. Все-таки я не совсем понимаю. Клоны — это продукты проекта Персей, нет? Тогда почему мы тут разгребаем всю эту рухлядь, если действующий проект Персей находится в другом месте?
Наверное, это больно. Как ваша голова? Он в порядке. Мы расшифровали данные. Это список адресов. Два как раз в вашем районе, третий в Оберне. У нас две цели. Отдел биологических разработок Армахема и их архивы. Я буду координировать наши действия с Дельтой. Чен, займитесь архивом. Сержант, на вас разработки. Оставайтесь на связи. Постарайся больше не вылетать из окон. Площадку. Чтоб я сдох. До черта клонов и солдат Армахем. Сцепились на площади, а мои люди попали в эту мясорубку. Мы собираемся навести там порядок. У вас есть задание. Вперед! За мной!